Михаил Жванецкий. Спасибо, спасибо, спасибо. Я хочу пожелать, хочу пожелать, чтобы вам было смешно, и не только смешно, но и весело, это разные вещи. Потому что мы сейчас, немножко живем в такое нелегкое время. Я, например, новости сейчас смотрю, это я от себя говорю. Я новости смотрю на третий день и думаю, господи, как было хреново 3 дня назад все-таки. И мне легче. Потом смотрю новости сегодняшние на третий день и думаю, вот видите, было хреново, а я все-таки пережил. И так что, ребятки, если рубль падает, ничего страшного. Не стой, подними, все, и все будет хорошо. Я читаю. Значит, Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье! Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю! Наши люди... Очки сейчас одену. Ну, что делать? Важно, чтобы между мной и текстом, кроме очков, никто не стоял. Только очки. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. При переходе на импортозамещение мне вспоминается одесская швейная фабрика имени Воровского. Их изделия подчеркивали фигуру. Толстых толстили, худых худили, кривых кривили, хромых хромили. Эти пальто вызывали огромное сочувствие к тем, кто в них находился, но приучали нас к правде. Спасибо, ребята! Еще одно одесское. Как пройти к... я же одессит. Я все время пишу об Одессе. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к... Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто
в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Когда столько народу в Одессе приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же не берут? Да путанят потихоньку. А молодежи. На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, отдались безобразному облезлому псу на пустыре. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другую хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых умных, из умных твердых, из твердых порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых талантливых, из талантливых умных, из умных кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых верных, из верных умных, из умных честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых, из красивых умных, из умных нежных, из нежных верных и терпеливых, и терпеливых. До свидания! Спасибо. Михаил Жванецкий! Видите, зрители тоже приняли таблетки, радуются. Михаил Жванецкий.